Заболел, что ли? Да. Передалось, что ли, через микрофон? Не, у нас чел, друг у меня в общаге болел. Мы хавали макароны вместе. Ложка была всего одна. Он говорит, ты лучше не ешь этой ложкой. Я говорю, да похуй. Все, заболел на Вот так следующий и день. умер, блядь, дед Максим. Да. Он еще чем-то заразным болеет у нас. Все девочки тоже болеют наши. Я понял, блядь. Чем-то, блядь. Не, ну у нас О. чисто температура, вы не подумайте. Давай, пойти. У меня чарка топовая, 1600 хп ресает, ну. Нормально. Сумоньте. У меня тоже такая есть. Мифик, поставь шкаф, брат. Поебель. Это все. Короче. Блудниго босса танчишь. Так, кто у нас там? А куда маги вчерашние делись все? Это вообще охуеть. Бенселлер сейчас будет, сказал он скоро. А, ну ладно. Так, давай пока расставимся. Я не знаю, вот так вот, честно говоря, меня интересует такой вопрос. Все же понимают, да? Ладно, пизду. Это слишком долго будет. Задавай, что ты стесняешься? Да я просто думал, нахуй, что вот шаманам им выгоднее хилить в пачку из 4 человек. У них же цепуха по 4 идет. Вот. А я ставлю их по 2. Ну, опять же, если 2 стоит, то цепуха, считай, в 2 раза эффективность теряет. А если по 4 ставить, чтобы между ними там... Ну, грубо говоря, вот сейчас объясню как. Если, например... Ты шамана в другой апате одного хотел получить. Нет. Я. Нет, он хочет, я чтобы про тех, не по кто. Двое, а по Про трое. тех, кто на РНЖ стоит. Нет, не по 3. По 4. То есть с двух По сторон. Четверо. С двух То есть, сторон вот, например. То есть, например, вот тут вот 2 тела стоит, да? И вот тут вот 2 тела стоит. Вот так вот. Типа, если шаман сюда цепоху закидывает, он 4 сразу захиливает. Ну и типа, и вот эту метку цепляет. Нет. Этой метки не будет. Я же говорю, с двух сторон людей поставить. Ладно, похуй, это пока что. Все это хуйня. Так, звезда, значит. Ну-ка, на присутствие. Так, звезде, значит, давай Вадикон Давакин, частицу Вархель на Давакина, чтобы он точно не сдох. В треугольнике получается... Кто там? Притонный мифик. В ромбике. Злобный и Мэтт Фокс. И в кружке получается, кто там остается? Песа и Магда. Или Локна лучше поставить. Песа и Локна. Вы тут стоите. А Маг под боссом на подстраховочке будешь. Если кто-то сдохнет, блин, конешься. Это Локи, значит, смотрите. Когда блюет в вас, Притон, Мифик, Локна, похищение жизни вытащите на панели. Кастуйте в босса похищение жизни, чтобы отхил по вам дополнительный был, чтобы хилы вас не проебали. Ну, так. Эти все боссы дальнейшие, мы на саппротах идем. Это что там, Гнилой, Проф, Лана, Сидра, Лич, все это саппроты. Поэтому сейчас я саппроты буду ставить в банк. А вон банки стоят. А можно Димона в миле поставить или не получится? Нет, в другой раз. Сейчас на РНЖ побудешь. Я же говорю, похищение жизни у тебя есть, у мага хилиться нечему, ему очень тяжело там стоять. Он заблюет, сдохнет, его хилы проебут. А еще есть его лок, вы можете 20% всего урона передавать своему пету. Да, ну нахуй. Ну это мифику чисто, я напомню.
Так. Да ёбаный в рот. Банк исчез. Так вот он еще один. Так вон другой есть. Я просто раскладывал банки, у меня сумка закрылась. Так, сколько там? Так, раз, два, три, четыре. Так, 12, 14, 16, 18, 20. Так, у всех там звания есть. Так, в третью ячейку ставлю банки, берите. Ой, бать, как они исчезают быстро. Ты хочешь всем всего это сопротивление дать? Да, я же говорю, все сопроты. Сейчас на профа, на лану пригодятся, и на сидру, и на лича тоже. Чтобы магия поменьше била. А можете стоять включить? Давай силу атаки, блядь. Чё она через раз ложится, сука? И сопроты дешевле. Силу атаки, да. Шанс, что умрем, меньше. Я и так недолго. Я, короче, на синтеке взять почему-то не могу. Ладно. Я тоже не могу навести. Может, вы уже взяли? Ну, видать, забагался, потому что там все мгновенно берут. Как вообще посмотреть, блять, у меня... Этот багнул стоит на сумку. Нет. Информация, кто бы взял. Ой, блядь, сори. У меня сумки нету. Я, блядь, выпил твой саппорт. Хорош, брат. Ладно, возьму, продам. Блядь, всего одна штука. Так, значит, блудника, ты тут? Ты танчил же тут, ты был или нет? Я что-то не помню, блядь. Кто с Глебанка может взять? Дайте трейд Невесту. Три штучки этих. Значит, этот блудника, смотри, там... Когда будет взрыв, ты должен учиться быстро. Когда будет взрыв, вот ты босса в центре держишь, где крестик. Когда взрыв, вот смотрите, всем показываю. Значит, вот вы такие... Взрыв, да. Вот, допустим, где-то в локовском портале, ну или вот в треугольнике стоит слизень. Вы такие стоите, он кастует взрыв, каст 5 секунд. Вы забегаете вот сюда в крест. Как только каст закончился и слизь вылетела с этого, с слизня, вы перебегаете в квадрат. И ты, блудника, тоже босса переводишь в квадрат. Вот те, кто в ромбике, в треугольнике стоят, раньше с этими людьми не нарушайте. То есть метров 15 от них держитесь. Если там будет лужа, то вон в луну перебегайте. Ну, смотрите. И когда вы перебежите, самый главный момент. Вы перебегаете не как долбоебы, не кучей, вот так не стоите вокруг 15 метров друг от друга, а вы стоите в квадрате, в одной метке. И если босса переводят, и он, допустим... где-то вот здесь остановился, да, и начал блевать на квадрат, то вы просто забегите за спину за босса вот так. Если вы не будете забегать за спину босса, то босс будет блевать на все 20 человек в рейде, и мы просто сдохнем. Никто нас не захилит. Вот это самый главный момент на взрыве. Вот. Диспелить. Сразу диспель бидон. Эту хуйню. Потом я слизней повожу. О, это вопрос такой. Можно? Так. Вот танком, смотри, когда он в меня бьет, не нужно забегать в рейд, чтобы меньше он делал на меня под конец конта. Каста назад под рожу выбегать.
Как хочешь, похую вообще. Типа могу как дерево стоять, да? Можешь стоять, вала ебать, да. Но самое главное, когда взрыв, переведи в квадрат. Или в луну, если да, в квадрат хорошо. Залитый будет. Так, ивест, да? Ты где ивест? Ты вообще вот на СПД лучше выпей. Тебе саппорт не надо. Больше щиты щитовать будут. А можно для того, кто первый раз объяснить вкратце? Тут просто слушай выбегать, слюзней не ловить, да? Когда появится слизень, из тебя вылезет. Ты сделай так, чтобы он повернулся на стену. Вот, допустим, на мне появился слизень. Вот он везде стоит. Если я буду стоять вот так от слизня, то он плюнет прямо в рейд и зальет центр лужей маленькой. Там хуёво будет, и мы все сдохнем. Когда появился слизень, ты встаешь вот так относительно слизня, чтобы он повернулся на тебя и смотрел в стену вот туда. И он блюет вот за этот круг. То есть вот за вот этот круг он должен лужи класть. Угу. Вот это твоя основная задача. Ну, лужи, разливающиеся с кранов, ты просто с них выходишь. Смотри, вот. Есть портал для этого. Портал поставь, поэкспериментируй там. Ничего сложного. И еще раз говорю. Когда блюет босс, на тебя летят слизь. Ты на РЖ стоишь. Ты вот это 5 секунд, что он блюет, кастуешь похищение жизни в босса. И нормально будет. Хорошо. Все, саппроты пейте, рыбу ешьте. Предлагаю Геру дать все-таки на 30%. Не, Геру дадим с пула, а там посмотрим. Просто значит, с пула и давать. Значит, стилер зашел. Кто у нас там самый слабый? Столь же мало дает, мне кажется, по сравнению с РДД. Сам решай, я бы поменял его. Так, братец, ты кто такой? А ниги как саппорт взять, если звания нету? Может кто-нибудь почту поставить? У кого звания нету? У ниги. Сзади, возле краника почты. Спасибо. Кто там за меня сейчас что сказал? И без срача, просто интересно. Это я сказал. Ну если бы ты был внимателен, браток, то я дал лучше, чем более одетый кот у нас. Ладно, давай так тройнем, а там посмотрим. Попиздите. Ну, более одетого кота вообще не взял. Ну, я про Керуса говорю, он попизже чутка одет, чем я. Сейчас ну, посмотрим. Ну, так-то он прав. Керус дал меньше на свой. Тебе просто повезло. Да? Ну ты скажи свой ник, и я тебе... Это, да закройте рот, блядь. Все, ладно. Мы играть пришли, а не вот эту хуйню, блядь. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Я если еще на таблетках, нахуй, имейте в виду. У меня, ну, со вниманием очень хуёво. Я на работе еле отсидел, блядь. Так что... Подвинься, Давайкин, слева встань. Давайте, играем, нахуй. Ну, я вам мало чем сегодня помогу, блядь. Ну сказал же не в бок поворачивает, а назад, нахуй, маленькие слизней. Ну на ком они? Зачем вы друг в друга-то блюете эти маленькие лужи? Большого за... подбоса. Сводить их зачем? Вас просили сводить их? Не надо сводить. Как на маленьких, они на вас стоят, так и стойте с ними, блядь. Не надо ничего сводить. Если надо будет, я скажу, свести. Отворачивайте к стене, блядь, маленьких, напоминаю, на РДД. Они на вас висят, они вас не шотнут.
Дайте фридом по войду. Ну, спасибо. Держи. Блять, куда этот пидор идет, на меня что ли? А, сука. Я вообще в ахуе, что это такое? Готовимся, готовимся. Вышли в квадрат, вышли в квадрат. Дал не зыбку. Только один стак, что ли? Все, вот босс блюет. Ну, блядь, все, возвращайте его в крест. Ностальгия Керуса Ресы. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой смеси. Фулл баф по Керусу. Маленьких не сводите, пускай как стоят, так и стоят вот эти. Перебегаем. Значит, на следующем взрыве будет этот. Отличные новости, народ. Снова потекла. Блудниго, будешь на следующем взрыве кастовать этот, как он называется, незыбку. Что готовься там, чтобы была у тебя, чтобы стаки были, чтобы все было. За ДКшника проще забирать, что с ЛПшкой, блядь. Какая протяжка еще есть. Так, готовимся. Сейчас будет взрыв. Готовимся. Готовься, блудниго. Готовьтесь. Вот сейчас... Сейчас он соединится. Блядь, большой. Ладно, давай сюда. Взрыв. Готовимся. Перебежали в квадрат. Перебежали. Давай незыбку. Давай незыбку. И вес на хп давай. Так, слизь упала, возвращайтесь. Бидон ставь тотем и вес гимноману. Прибегайте. Ну, за спину, за... Он тебя просто не смог. Зайдите в лужу, нахуй. Он второй раз плюнул. И хули. Чё, за спину нельзя забежать? Стоял со спиной. Да, я тоже стоял. Ну, кто-то стоял, а кто-то нет. Чё, два взрыва было, что ли, вообще? Да, два взрыва было. Первый перебежали, а потом, короче, плюнул еще раз и... Не, я взрыв не видел, я... Мне показалось, да. Это босс заблевал вас. Нет, это было два взрыва. Нет. Сначала один раз, да, прилетели пельмени. Либо вы поздно сказали выбежать, народ выбежал, и в них прилетели пельмени. Вот, да, либо было два взрыва. Взрыв идет. Сейчас я там гляну. Два взрыва было по ДБМ. Информация о смерти, да, он взрыв. Ну да, пишет взрыв. По 10 тысяч. Че, есть масрез? Что все встали. Давай бидон ресы. Ставьте шкаф. Блять, какой-то КД ебаный на банк поставили, нахуй. Прям видно, нахуй, что-то долго берется. На рыбу.
Не, он если Кирсович надо с босса, у него там приоритет есть, я могу ему место оставить. Холипа у нас ушел на 15 минут. В смысле? Ну, кто это Равист? Он написал 15 минут, отойдет. Сейчас что? Да, написал, надо срочно отойти, 15 минут. А, все тут. Что-то заебал меня этот босс уже, отвечаю, вот просто пиздец. Да, слишком много слизни появляется после 30%. Три эсэса есть еще. Ну раскидайте, друидов. Я по синтеку. Все готовы, по ладикону. Кому третьему друиду эсэс кинуть? Злобному, злобной друля. И вест. Все нормально, мисклик. Гера? Я как-то... Да, да, Гера. Я как-то проебал, не знаю, нахуй. Ну, реально что-то, блядь, не то. Из-за таблеток, может. Сегодня штук 20 таблеток сожрал разных. Так ты барбитурщик, да? Нет. Вот это у нас гильда, конечно. Алкаши, наркоманы, барбитурщики. А потом говорят, два взрыва! Ну, реально проебал, не видел я, блядь. Тут нам не слизь, мало его просто держать. Переходи, переходи. Просто отверни его в стену лицом. Я его отвернул, он просто и подряд все. Несколько луж меня херачит. Он их должен за круг кидать, эти лужи, и все. По флексу дайте сольву. Ты отверни его. Вот кто в треугольнике там стоит? Маленького отверни к стене. Его на рейд повернул, по-моему, блядь. Так, а как? Еще видно, что не могу понять. К стене его, к стене маленьких лицом. Чтоб он у тебя перед лицом стоял. А, да, все, чтобы понял. Он перед лицом. Ты смотришь на босса и маленький все, перед лицом. Все, сделал, я понял. Все, поначалу не понял, сейчас я уже понял. Я блюю тут лужу. Все, убегаю. Что-то какая-то хуйня, блядь. Ой, ты между маленьких слизней, может уйдешь оттуда? Я сейчас, может быть, сведу их. Ты еще большого забрать. Так, готовим, сейчас возможно взрыв будет, не знаю, подальше оттуда. Нет, сейчас еще одного заберу. Готовимся, взрыв, готовимся перебегать.
Готовимся. Перебежали в квадрат. Быстрее, быстрее, быстрее перебежали. Так, большой вижу. Все, возвращайтесь. Так, Синтек злобного рез... У него СС. Мэтт Фокс злобного рез и заново. Призн Стайф Тотем, ИВС Гимноману, злобную ностальгию резы. Тупо не прохиливаю. Второй раз. Выходите на рейндж. А, все, там уже рейд сдох. Короче, у нас проблема. Маленьких слизней не сводят, и ты просто лутаешь большим слизнем маленьких, у тебя поэтому так быстро стаки накопляются. Ты три подряд маленьких слизняка, типа, собрал. Не, большого забрал еще. На четырех стаках. Ну, все-таки он в конце будет был давать. Нет, это не поможет. Скиллы будут лучше выхиливать. Ну, типа, до 30% мы и без гера как бы убить можем, а потом уже быстрее слизняки появляются, и поэтому я предлагаю геру поставить на 30%. Потому что там фаза тяжелее, чем первая. Так, ты до экзекутки дольше идешь. А вообще понимание, бля, в чем причина есть? Да, есть. В чем? Вот. Когда люди выбегают от взрыва, хилы, ну, отбегают в этот квадрат, становятся за спину босса и становятся далеко от тех людей, которые на противоположной стороне от квадрата. И босс блюет в них, и они сдыхают. Вот и все понимание. Есть, короче, предложение кого-нибудь третьего танка спекнуть, чтобы он тоже собирал слизней, и потом вы просто двое по четыре в одного стакаете. Че, пристом сложно, да, этого какого читать? Че пристом? Сейф прокидывает, который прохиливает. Ну, ВС читал, остальные нет. В этом трое. Да там, блядь, что-то так шотает достаточно сильно. Я вообще заебался читать, сколько троев, нихуя не помогает. Ну, блядь, значит, что-то не так делаем. Вот, я вообще и говорю, есть вообще понимание, я какую-то хуйню такую заметил, что вот эти демоны, которые маленькие, к ним если слизень под заебну, так скажем, бьет их, то тут получается никак не за, ну, блядь, геометрию, так скажем, не выстроить. И он, блядь, плюет хуй пойми куда. И чуваки подбегают к этим, и получается, блядь, на них плюет через этого маленького беса. Может, это как-то влияет, хуй его знает. Ну, то есть, мы же не просто так встаем, чтобы, ну, блювал, так скажем, грубо говоря, от босса в стенку. А этот маленький бесик, он хуй встанет, ну, таким образом. Он, то есть, не контролится. Но они как бы на меликах то же самое. Мелик не будет же выбегать. Тут вот эти бесы, тут... Ну, зачем мы в стену смотрим? Чтобы мобы не плюнули в центр. Типа, если центр а плюнет, больших не вариант сводить? Вот, а когда вариант. Беса плюет... Я и говорю, что, типа... Есть вариант второго танка спекнуть, чтобы воид и второй танк просто, типа, сводили слизней. Типа они по 4 стака, чтобы держали? Да, по 4 стака, потом они 4 стака объединяют в одного, и тогда будет меньше плевать. И не возникнет вот такого момента, когда, типа, 5 стаков, и потом через 5 секунд уже еще раз 5 стаков. Просто если маленький сидит на РДД на какой-нибудь ткани, он так-то нормально налупливает. Ну да, плюс еще мелкие не таунтятся, ну типа я вот смотрю, воид типа просто соединяет большого с мелкими и лутает дополнительные стаки на слизня. Ну ему там типа реально некуда, там либо в рейд повести, либо короче слизня маленького полутать. Вот. По ощущениям у кого-то даже синдра проще. Пока что.
что-то сломали, я не знаю. Такое чувство, как будто бы что-то сломалось. Как так? Раньше босс был проходной, а сейчас мы застряли. Слизни там часто. Ладно, давайте строить. Шкаф ставьте. Я купить забыл эти поты, блин. А что это ностальги меняют из-за ДПС или что случилось, Войт? Ну он пока, блядь, отошел. Да я здесь, я, блядь, написал, что в туалет сходил. У меня просто, блядь, ремонт, короче, на хате. Я сейчас в общаге живу, блядь. Там общественный толчок, блядь, занято было. Не, давай, Кент, ты много даешь. Да лучше бы ты заменил тех, кого я написал. Они там мало вообще дают. Ну, они на этом, на блевотне на этой стоят, хули. Дают что-то. 4, 3, 2, 1. Нихуя, вы выше ростом, чем этот босс. Вот это детскую приправу кинул. Ну, цепуха хорошо пошла. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Ну, зарядите флексу со льву. Отличные новости, народ. Сведите вот этих два маленьких. Кто там с ним? Ага. Соедините вот эти два маленьких, где звезда стоит. Насчет я болевал. Маленького к маленькому отведи, вон к тому, кто это бегает. Он к тому маленькому. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Так, что там? Три стака. Дикон сзади слизни. Два маленьких, вот кто блюет, сейчас сведите два маленьких потом между собой. Вот Хант, и этот, сведите два маленьких своих. Ага. Так, забрал. О, еще в центре, смотри.
Готовимся, готовимся, значит. Выбежали в квадрат, выбежали, выбежали быстрее. Дал не зыбку. Сейчас он будет... Ну как, а как ты сдох-то нахуй? Вот он проблевался. Все, возвращайтесь. Возвращайтесь. Керу срезай его. Да я, блядь, не в квадрат, я ниже ушел. Я не успевал в квадрат уйти. Ты просто стоял, блядь, в кресте, нахуй, и просто словил взрыв, нахуй. Не, ниже ушел. И ты не словил взрыв, блядь. Пиздец. Ну захиливаем. Резай, резай, Керус. Резнул. Встал он? Нет, еще не вижу. Музыкон, сейчас сбивать буду. Маленьких... Я на 10 метрах. Маленького. Свести? Пока не надо. Так, вот три стака. Того маленького отведи к тому маленькому, блять. Он в той стороне далеко. Да-да-да. Нифиг, давай. Я пока вас оббегу кругом. Так. Ой-ой-ой, зря, блять. Еще под босса. Еще? Собрал. Сейчас вот, вот походу вот этот сбежится и будет уже. Готовимся. Готовимся. Блудника, готовь незыбку. Готовимся, готовимся. Каст идет, идет. Выбегаем, выбегаем. Вышли, вышли. Незыбку давай. Сейчас в крест упадет слизь. Ну вот и вес нахуй не выбежал, блять. Все, гимны на хп даем. Стоим за спину. Возвращайте босса у этого в центр. Наебал, блядь. Сдох, потвори. Да, вообще изи. Чё мы так... Травма. Осколок. Блядь, только не заебал эта травма, блядь. Лучше бы дагеры падали. Да, ебаный рыб. А я, по-моему, даже не... И трини, блядь, это как оно, объект. Призрак бедон героическая. А хули пала травма говно, да? Да. Что, у призана бидона есть эта травма, да? Есть, и у Синтека есть. Эвисту она тоже не нужна, он БЦ. Варахил... Мне интересно, она будет прок от Джаги или нет, сука? Ловушку активировали. Почему она ДЦ не нужна, братишка? Ну, потому что ему надо больше... ДЦ с травмой... Ему статы СПД нужно только там. Да, так там в травме, блядь, только СПД и есть. Ну, ему надо помимо СПД еще крита дофига набивать. Там чтобы они вообще-то критовали. Нихуя вестику там упал, блядь, травма. Ну тут видишь, они сразу прокуют несколько щитов в него. Че, сколок? ДЦ, да? Когда он делает, а да, тут да, да, так же идет ДЦ, блядь, как и всем хилам. Вы че, парни? Да травму никто не берет на ДЦ, блядь. Травму не берут на ДЦ. Я спрашиваю, да, почему, да. И никто не может объяснить. Потому что прок у нее нету, хосты нету, крита, хилов. Ничего там нету. Да, там нет ни хосты, ни крита. Плюсом прок идет от исцеления. Абсорб исцелением не считается. Так, а что, ДЦ... Символ, понимаешь, символ есть, этот, на щит, который исцеление дает там пару тысяч. Вот от этого прок это. Но все равно... Типа, блядь, ДЦ это блядь. Вообще терпило, блядь. Каждый ДЦшник это пиздец. А хули вы стали? Терпило. Заходим, активируем эту хуйню. А ну-ка поясни. Блядь. Да, дали по итогу. Он говорит, а ты чё, не терпила? Не дали. Ну и что дали? Ну просто некому, ну он типа её возьмёт. Ну открывай, блядь, эти навыки, ну, послушание, свет, тьма. Да я его сам за хуй сошу, если он не будет хилить, я нормально раз отдали. Вы так нихуя нет. Нет, ну типа ее некому просто отдавать, поэтому ему и отдали. А так, ну, даже если так, пиздец. Даже если так. Ну просто, ну типа вот у ну, меня... Ну типа он возьмет пуху вот такого же item левела, только с критом и скоростью ему будет намного лучше, чем эта травма. А какая? То есть это проходная, знаю, слича. Вот им что, нихуя себе, слича, братан.
Да ладно, все это пиздец, можешь мотодротерство, ебать его рот обсуждать. Нет, чё нет. Че хуже, чё лучше? Так в этом весь ПВЕ, ПВЕ это вообще хуже. А чё, меня там въебали, да? Нихуя, 400 за неё? Ну, да. Топовая, ну, потому давай, что. Брат, и брат. Еще хуй тебе на лоб положим. Кому, блядь, кому нахуй отдать эту хуйню? Правильно, типа за 400 она ему нахер не нужна. Мэтт Фокс, у него есть эрдру. Эрдру бисовая травма считается. Ну, вот. Давай мне, нахуй. Я хоть за нее возьму там 2200 за эрдру, блядь, в ПВП. Блядь, эрдру в ПВЕ, то в ПВП тоже ее не используют. Я использую, братан. Ну, эрдру, да, типа, а че ему брать, посох, что ли? Да я шучу, на самом деле, ну, смотри сам, Андрюха, там, блядь, отдай пацану. Не, не, я могу отдать, мне нахуй 400 гп, мне зачем, да. Давай. Мэтт Фоксу отдай, и Войду сообщи. Да, и Войду сообщи. Нахуй тогда усирали за тебя, ты будешь хилить-то, заебись или нет? Не, блядь, это 4, мне это 4 надо, нахуй. Как уебит ему, блядь, Элвису. Давай быстрее там передавай этот самый дебен. Писались в хуйню какую-то, блядь. Ну, мы вписывались. Я так вообще, блядь, жопу порвал. Зашивай, иди, блядь. Ну. Но... тут вообще обвинили, нахуй. Что, да, давай. Так, Мэтт Фокс, ну и давай в Долоран, короче. Опа, нихуя себе травм получил. Травма, чарь, вся хуйня там. Да я это, мага возьму, подамажит побольше. Ух, минус 400, заебись, как-то легло. Вот к этим 400 относитесь как к 300. Это, ностальгия, опять в алюме, в алюме, на уменьши маленько. Дайте портал в Долоран ему. Он и так далеко стоит. Алло, блять. Портал, лорд, дай в этот. Мэтт Фокс, иди портуйся. Соседу поставь. Блудника, ты водишь босса. Учись, нахуй, водить босса. Ну, мне первую фазу под зеленым держать. Потом только зеленый колба, да? Да. Герус, браточек, ждет, наверное, поезд, да, братан? Так, рыбу ешьте. Кстати, сейчас гнилого убили, рыбы ни на ком не было. Ну, нахуй нам рыба. В смысле ни на ком не было? Рыба, значит, виновата, что мы его убить не могли до этого. Ну, на всех было. Была рыба, все жрали. СС надо кому давать, нет? Керус, а я давно у тебя спрашивал, ты что-то меня игнорил. А что ты, блядь, этот плащ за УД не купишь? У тебя 258-я хуета. Так надо СС, это, нет? Слышите, мы если что, проф объем. Все все знают, да? Вот вы пиздите там, блядь. Все чем, охуенно. Брат? В тактике там помнят. Куда сбегаться там с зеленым дебафом? Не проебетесь? Чем, брат, он лучше? Злобный тут. Все, без этого, после РТ, пацаны. Прогрузиться не могу. Че, садимся рыбу, хаваем. Настакивает тебя. Ну, прогружайся. Не знаю, злобный пока не готов. Злобный скажешь, когда будешь двигаться. Ну, у меня пока все неизвестно. Так, Вадикон, РДД вводишь, вот тебе ассист. Бигдем вводишь, миликов. Если слетит, метка возобновите и поставите на себя еще раз. Все, иди и пей. Ты злобный готов? Сейчас вот только вроде что-то начало отлагивать. Это забирать будет, значит, сначала Вадикон 3 стака, потом Хрюк 3 стака, а потом... Холи Дринк, наверное. Ну, там, я думаю, на 6 стаках уже нормально будет. Сейчас ждем тебя, ход тут будут?
Да. Там немножко. А что, он Довокин не умеет забирать? Ему сподручнее будет. Не знаю. Довокин, ты умеешь забирать стаки? Умеешь? Ну тогда ты первые три стака заберешь. Сначала, самое главное, не проебитесь с таким моментом, что этот один стак пускай повешается на танка. И когда танки меняются, там сказать, ну, блядь. Злобный, ты готов? Нет? Так же, пока не прогрузилось. Пиздец. Галочку поставь ДБМ, блядь. Мутирующую чуму, блядь. Она каждые 10 секунд кидается. За секунду просто таунтишь. И тебе еще надо учитывать, что это... Полет. Да первый же уже здесь, возле стола он стоит. Угу. Да, ты ждешь лужи, потом бежишь. Чего? Пиздец, бля, пацаны, нахуй. Там рота нового чей-то ебался уже, нет? А колба скидывается на балконе или у стены? Похуй, где колбы скидываются. Главное, когда скидываются, ты отводишь. Ну, чтобы РДДшники доставали. Тогда лучше у стены. Хорошо. Давай, Кен, открываешь ДБМ, профессор Мезозоцит. Там галочка надо поставить. Мутирующая чума. Замени пока злобного, у меня что-то ни хрена не прогружается. Ностальгия обратно получается. Ностальгия здесь. Братан, Мэтфокс, по-моему, Мэтфокса меняли. А, я смотрю, ты что-то топишь так против меня, ну что я тебе сделал? Чё? Да нет, это я просто чел сказал, ты спрашивал, кто сказал. Я сказал, ну я, потому что он не отзывался. Я до сих пор не знаю, а кто ты? Я считаю... Синтек. Главное это. Ты яму себе подготовил, братан? Ну, блядь, вы заебете меня, нахуй. Это... И вазелин, да. Да я шучу, блядь, да я шучу, реально. У меня тут шнур, нахуй, под столом путается, блядь. Не, вы еще заебуете. Так-то лопату нодом посмотри, чтобы острая была. Вылетел он с инста, нет? Нет, еще. Пиздец, блядь. Да не, Мэтфокс вроде нормально давал. Я не помню, где-то на сурке его, блядь, последний раз, когда давно не видел. Он, нахуй, на Укабуре где-то был, блядь. Вообще топ, нахуй. Вот и что теперь делать, нахуй? Так хуярить? Я просто в ахуе. Я не знаю, нахуй, что сказать, блядь. Кого там не хватает? Ну, на Укабуре, блядь. О. Он пишет иду. Он пишет, не может ливнуть. Друид, ты твой боится, когда упадет. Приглашение, блядь, я понял. Вообще, как так получилось, что, блядь, он на замену ушел? Что случилось-то? Ну, мага я взял, чтобы ДПС побольше был. Да. Блядь, ты... Пиздец. Вот ты взял мага, который наныл или что, или как вообще? Нет, то есть чувак нет. Пришел, блядь, вовремя, все там, бах. Взял кого-то поставшего, там, бах, по итогу стоим, ждем. Не, просто... В ахуе просто, блядь. Жрите. Хотел сказать, кушайте.
Там сними... Под икону Фокс. Надо было менять, или кого менять-то надо было? Вот эту... Фокс больше всех дал из этих друлей там. Сними вот эту триню, там унаследованный знак, там уровень предмета 1 на какую-то другую там. Ага. Готов, нет? Чем мы сидим хаваем, тебе ж энкл стакают. Блять. Ну ты готов или нет, Фокс? Я заебался уже. Когда пулить-то будем? Пенсилер тебе делать нехуй. О, Сань, тебе въебало, маг плюнул, братан. Да не видно, что, блядь. Ты чат открой, там вон тебе въебало плюнули. Кто, блядь? Я не буду в это говорить. Блять, Мэтт Фокс, ты тут? Нет, почему ты АФК? Пиздец, бля, ребята, я хуею. Вот, там смотри, что-то Бен Стиллер плюет там туда-сюда, что-то нормально поощряется, да. Что мне, блядь, обоссать всех или что делать? Что за хуйня вообще? Потом обсудишь, что с ним, ладно? Да не хочу, хочу сейчас, почему тут с ним, блядь? Его давно надо обоссать, это пидорас. Ну, да не, ну не тихо. Ну реально, вот. Блять, я не понимаю, почему Мэтт Фокс АФК? Что у тебя забагалось? Да он тут, блять, вон пишет. Я спрашивает, блять. Ну забагалось, он тут. Короче, не дай бог вы будете рейд портить. Вон в гильчате пишет, гоу. Забагалось что-то, блять. С этой хуйней. Так, хотай куклу. Блять, Бен Стиллер, ты тоже их, блять, не задевай, а. Рыбу хавайте. А то они где-нибудь тебя в углу зажмут. Я вам говорил, блять. Я челиков наберу 230-х, буду в ГМОП водить, нахуй. Дождетесь, нахуй. У меня терпение не бесконечное. Пальца ливнул. С диспель куклу. Так. Вот нельзя по-нормальному. Вот, вот давайте. Надо, вот, блядь, вот давайте так, нахуй. Вот давайте так. Или я вас сейчас кикаю, или вы прекращаете эту хуйню. Что выбираете? Напишите мне, пожалуйста, в гильчат. Песа, ностальгия и этот, и Бен Стиллер. И кто еще вместе с ним за Бен Стиллера? Тоже отпишите. Короче, будем заново в обычках одеваться и это, как оно называется? В смысле за Бен Стиллера? Да, вот эту гильдию и позовем к себе. Блин, но у нас там типы есть на замене. Ханты 260+, они же в гильдии. Может, просто их возьмем вместо них и пойдем пока? Просто если у них есть свои дела на РТ, то так же не играется. Кто за Бен Стиллером еще пойдет? Вроде говорил ребятам нормально. Давайте не будем. Кто еще пойдет за Бен Стиллером? Сразу съебывайте. Давайте, отпишите мне. Так Бен Стиллер тут. Ушли Песа и кто-то еще. Меня это не интересует. Уже не тут. Я еще раз говорю, а, я тебя понял. Кто идет за Бен Стиллером еще? Вы же, блядь, сами нахуй эту хуйню разводят. Эти плювки, хуйки. Нахуй вот на личности переходите. Играйте в игру. Блядь, вы просто в жопу засуньте, блядь, свое вот это вот тщеславие или как это называется, блядь. Ну просто вот там у вас какой-то конфликт один раз возник, и вы, блядь, теперь всякую хуйню друг другу хуесосите. У меня, блядь, конфликт был, блядь, чуть ли не с каждым, блядь, человеком в гильдии, блядь. Ну как бы, вроде, похуй вообще, забылось, блядь. Сритесь в личку. Ну, блядь, как-то решайте это все наедине. Нахуй вы это все в рейде, там, плювки, всякую эту залупу, блядь, там, выкрики какие-то в дискорде, блядь. Че, ей-богу, как дети. Вам что, сколько, по 15 лет, блядь, по 12, по 10, там, я не знаю. Так. Ну, блядь, взрослые люди же. Это, слышно меня? Ну, три слота у нас есть. Есть там кто-то, нет?
А кто нужен? ДДР, ДД. ДДР, ДД. ДДР, ДД, еще какого-то. Фабиен. А, ну там ханты есть. Вот. А вот вот это Хадет. Ну че, истории сегодня нету, да? Да. Ну, вроде писал, что не будет. Он болеет, он спать пошел. Ну там реально хуёво. Сейчас, блядь, все болеют, кого не спросишь. Вот этот свиной гриб, блядь, проклятый. Говоришь людям по-нормальному, блядь. Нет, давайте, блядь, вместо рейда вот этой залупой заниматься. Я и на фокуса смотреть тоже долго не буду. Не дай бог, из-за него будет такая хуйня. Кто-то будет в него плевать, тоже пойдет нахуй. И он пойдет, и тот, кто, блядь, дрочит нахуй. Вместо того, чтобы... Понял, я ему нормально сказал, что происходит со стороны. Он, видишь, сразу человек успокоился. И не надо что-то тоже на него говорить. Он адекватно отреагировал и стал себя вести нормально. Да фокус вроде может адекватно вести. Просто он такой, блядь, болтливый. Да. Я даже, кстати, удивился. Получается, блядь, рейд на гнилого. А при чем тут то, что они в чат пишут, все они даже не разговаривают друг с другом в войсе? Потому что, так, ну смотри, цепочка какая. Вот они пишут в чат, этот вместо того, чтобы рейдить, начал, я хочу сейчас выяснить. Это что? Это уже диверсия, блядь. Ну, ПС. Ну, вообще, конечно, извини, но со стороны... Песа, блядь, он тоже бывает, с кем-то ругается, но, блядь, почему-то вот это вот реакции все пошли, когда Бенстиллер начал ебаться и всякую. Значит, хуйню. Ну, Бенстиллер, я не знаю, нахуй, меня это я не интересует. Не ну, за что, блядь, короче, его кикнули, взять Хапала, но он так типа... Я еще раз тебе объясню, Сержу, чтобы у тебя понимание было, ты рейды когда-нибудь водил? Либо ШПМ. Я не водил рейды. Ну так вот, нахуй, ты нихуя не понимаешь почему. А я эту цепочку вижу, блядь. Мне надо рейд проходить, а не сидеть здесь за лупой заниматься, нахуй. У нас РТ, нахуй. Так цепочка... Я плохого не сделал. Ну хули, да, конечно, нахуй. Кому расскажешь просто, еще, блядь? Просто смотри, картинка какая, блядь. В Песос на стаже, они там сидят, они там два кореша, они сидят рофлят, да. То есть они порофлили и забыли, им вообще похуй. А вы вот, блядь, вот Сэджо и Бен Стеллер, вы просто заагрились на эту хуйню, и теперь считаете, что они там какие-то там, блядь, мне вообще на них похуй, понимаешь, я их замутил в игре, ну, тебе, ну, и в ТС, а нахуя я их, не обращаю на них внимания. Вопрос, нахуя? Так им на тебя точно так же, блядь. Вот эта вот хуйня уже гнилуха пошла в рейде. Все, проблема в том, понимаешь, что он начал писать плюет и вот эту всю хуйню. И вместо того, чтобы принимать готовность, человек, нахуй, перестал играть. Он стал интересоваться всякой Санта-Барбарой, нахуй. Бен а Силлер это мне не надо. Да, блять, я же говорю, ты сейчас слышишь вообще? Нет, он хуй нахуй он эту хуйню в чате вообще начал. Зачем вот эти вот вообще плевки в чате? Он не понимает. Начал, это не Бен Стиллер, причем ты нахуй ты его, блядь, покрываешь, защищаешь. У нас там Белфас был элем хороший, давал ДПС. Да потому что, типа, это никакого отношения не имеет. Это имеет отношение. Это прямое отношение. Ну, это имеет. Да, это вот. Понятно. Он с ПЭСа с ностальгией один раз закусился, понял, какие они, то, что они не будут молчать, сидеть, они начнут хуйню нести, да, там какую-то защищаться. И начал их выводить вот этими вот эмоциями. Уже не первый рейд это видно. Чего вы правда придумываете? Ничего он не делал. Ну и что такого этих эмоций, блядь? Ну ебать, ну что такого? Ну кому-то похуй, кому-то похуй. Еще кому-то похуй, а вот Песа такой, как бы. Кому-то сидел, играл, похуй. Играл, вот все, перестал играть. А мне не похуй, мне надо, чтобы рейд босса бил, нахуй, а не вот этой хуйней занимался. Меня тоже кто-то дрючить начнет, я так же начну рейдить. Все, пацанов верните, да и все, Песа, да, это же чего. Это нормальная реакция, по идее, как-то, блядь. У кого есть какая-то гордость, блядь, если тебя там... говном называют, если ты на это и отреагируешь, блядь, это нормально. Ну, пацаны, ладно, короче, тут уже не то, что вода, тут уже газированная вода пошла. Наебли спрашиваю. Вроде больше людей таких нету, которые хотят так ебулить, все, тема закрыта. Захотят что-то как-то вернуться, какие-то действия предпримут. Я потратил время дохуя. Я по часу с каждым разговаривал, нахуй. Я и с Седжу, и с Бенстиллером разговаривал. Говорю, давайте так, говорю, давайте, чтобы этого не было. Да, все хорошо, блядь. По итогу плюет, блядь.
Это значит, ну, на меня похуй тоже, блядь. Это значит, меня тоже в хуй не ставят. Значит, мне это нахуй не надо, блядь. Я говорю, наберу 230-х людей и буду их в ГМО обводить, нахуй. Пока не, ну, не доодену. Я с ним поговорю. Я нихуя такого, ну, не делаю, не делал, блядь. Как бы, ну, мне вообще А вот сказал, истории, если тебе не нравятся люди, замьють их. Я замьютил, все, дальше играю. Вопрос? Поставил, можно и выгрыхни в ЧС, и в 10 мут, и все, никто ничего видеть не будет друг друга. То, что он там делает, как бы, заряжен. Я вот тут стою, и я не вижу, например, эти эмоции, кто там плюет, что-то я вижу. Я не знаю, ну, вы там мутите кого-то, вот эту всю хуйню делаете там. Так вот, ты ну, сам так сказал. Я не могу мутить ладно, кого-то, потому что... А квест кто-то сделал вот это с двумя чумами? Может, сбегаем, сдадим? Да никто не сделал квест, ты что, накурился? Мы одного босса купили. 15 вайпов было, блядь. Так, сейчас, черная пуля, пошли, целка, где-то. Ладно, тогда тоже отбегу, там пару минут покурю, туалет. Пиздец, блядь. Мутать это тоже не выход. Так, есть, короче... Да все хуйня, конечно. Я говорю, мы, ну... В топовых гильдиях там такие челики сидят, всякие хуесосы. Ну, один одного хуесосит, другой другого. Но если у них цель есть рейд пронести, они проносят нормально. То, так, что у короче, нас... Короче, сейчас зайдет бал, а признано, получается, можно в НХ спекать. Вот, там хпал 262-й, по-моему. Злобный, там... что, не раздуплился? Разобщимся, блядь. Так они Альвиону раньше хуесосили, блядь. Один хрен, они все проносили. Да, у меня такая же херня не прогружается. Вот, добавьте хрен. Черный стон добавьте. Плюсик он дал. Вон, блядь, Холи пал. Да, Холи пал, призен можешь в НХ. Ой, бля. Банешься с вами, блядь. А Вилания, что, этот, что ли? Ладно. До кого? А, да ты аватарку поменял вроде. Ну да. Да, я заметил. Прекрасно выглядишь. Долгаем пойдешь после РТ? Да. Там Эвисту надо, Т4, там... На хапало Т4 надо. Надо хапало плеча выпить. И это... Да. Так, вот ну рыба. Квест сделать просто. Маку. Сейчас еще пока АФК, блядь, придут. Мифик, да, выкинуть. А физик. Тактики-то знают, кого за... Не, добрали? Не, пацаны, я тут. Призен. Призена нет. Рассказывай сейчас так, ну, тактику. Так, ладно. Короче, почти все так же, только на перифазе появляется два слизня. Получается, у тех, у кого зеленый дебаф, они идут в зеленую метку. У тех, у кого красный дебаф, просто стоят, хилят. Если на вас красный слизень сагрился, то, ну, бегаете, соответственно, от него. Все, остальное все так же, как в обычке. Зеленые зеленого бьют, красные ну красного. Есть это, еще есть дебаф, получается, на вас. Чума такая, она перекидывается на вас. Вам нужно стоять в рейде, чтобы она на другого перекидывалась, и она потом просто пропадает с течением времени. Набор не перекидывается. Нет, она... Ты когда в кемпе одном стоишь, она перекидывается друг на друга. А если ты стоишь далеко от всех, она по тебе тикает и наносит урон. Пиздец, призен. История зашла, да, вообще. Зашла, вообще. А, точно, у него же проблемы с компом еще, блядь. Он вот что-то починил, в итоге сломал. Призен, хули ты разлегся?
приеду, надо было будет комп профилактику сделать. Призм пока АФК, может отошел. Че он разлегся в натуре? Оделся и спит. Устал, наверное. Терапия медведям, наверное, поможет. Да, блядь. Вот ты сейчас кикнул. Проснулся, ебать. Рабочая схема. Призм, ты в НХС. Вот вы это... Кто-то сейчас кикнул Бенстиллера и Песа, да? Вот представляешь, сейчас будет картина, они в одну гильдию такие. А заходит... Этот... Призм, ты тут? Они никак не будут в одной гильдии. Призм. Да, он все, он спекается. Нет, еще. Подожди. Талант меняет. Вест где? Призм, таланты. Ты забыл таланты поменять? Все. Все. Он поменял. Давай. А может он не призм, а призон? Призон. Да, походу. Призон, это же понятно, тьма, да? Нахуй. Челикам не надо, Геру нахуй. Походу все, блять, доигрались нахуй. Хули будем новых людей набирать. Кто готов, там можете вон там идти в гильдии, там, которые закрывают, там, экзальтиды, хуяльтиды, вот это все, блять. Так экзальтиды ни хера не закрывают. Ну, блять, я не знаю, какие там сейчас закрывают. Вот ИВС тофнулся. ИВС с ними же, по-моему, был, нет. Да, это один хуй. Че в DC нет его, да? Да. Ну вообще, блядь, я считаю, что Песов, то есть... Друг инвалид, давай это, заходи, друг. Валера. Да, я тут, тут. Давай, заходи. Ну да, блядь, там неприятно было, вы если тебя нахуй, блядь, из РТ в РТ какие-то там плюхи, какая-то там, блядь, хуйня летит. Ну да, они, он тоже по характеру такой человек, блядь. И это чудо кот сидит, блядь, его, ну, который говорит, ебите меня в жопу, блядь, и всякое такое. Держу в курсе. Это уже говорю, ваши обиды какие-то. То есть они-то сидят, понимаешь, просто как это выглядит со стороны? У вас там конфликт произошел, они сидят, молчат. То есть они там что-то между собой общаются, что-то там в рейде какие-то там что-то спрашивают, еще. А вы начинаете вот какие-то там личности. Это как была хуйня с Геншином, когда там Геншин нахуй послал там ностальжи того же, что он там рядом к нему подбежал и убил его на этой на лане. Все то давайте же самое. Уже... Все, они-то молчат, блядь, а вы нахуй вот эту вот хуйню разводите. Так, вот, этот все. Самый... Я ничего не развожу, я молчу. Ну, нет. Все, это... Синтек, давай в сову тогда. Так, я просто двое попрыгал. Этот самый, я сейчас... Хурюк, давай в танка, будешь в кукле. Я сейчас... Можешь, ну, научишься. А я, да, сейчас, а я на ДЦ зайду. Так. Вот были бы все как воид. Мы бы уже бы закрыли бы все. Если бы вы были все как Войд, то мы бы давно переругались. Почему нет? Они же не слакают Войды. Да? Они только ход так мало дают. О, да, 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 да. Да он злобный раздуплился там, посмотри, кто меньше даст. Пиздец. Так. Да у нас так-то многие нормально